О возвращении Крыма и восстановлении исторической справедливости говорили и на встрече главы Чувашии с представителями общественных организаций республики. Переговорную площадку организовала Общественная палата. Но прежде чем обсудить социальные и политические вызовы нового времени, участники диалога решили еще раз выразить Крыму и Севастополю свою солидарность. Совсем недавно делегация Чувашии во главе с Михаилом Игнатьевым побывала в Крыму и Севастополе. Помимо деловых контактов, состоялись и встречи с крымчанами, уроженцами нашей республики. Сегодня во время сеанса скайп-связи с удовольствием вспомнили о приятных минутах и договорились сотрудничать на уровне общественных объединений. По мнению участников разговора, воссоединение Крыма и Севастополя с Россией было исторически предрешено. У России есть свое место, в том числе в большой геополитике. И абсолютно правильно были приняты решения, связанные и по Крыму, и те решения, которые связаны с взаимоотношениями сегодняшними с Западом. На мой взгляд, это очень грамотная, продуманная стратегическая линия, которую озвучил президент Владимир Путин. И на мой взгляд, если российское общество, прежде всего, сами люди будут поддерживать этот выбранный курс, то в 21 веке у нашей страны не только восстановится статус великой державы, мы просто сами себя будем уважать. На встрече обсудили и другие задачи, стоящие перед обществом. Подробнее завтра в программе «Республика».